Всем привет-привет! С вами канал Артмания. Димочка у нас катается. Это еще сильнее. Еще сильнее? Куда же еще сильнее, сына? А? Надо было селфи-палку взять нам с тобой. Вот так Дима у нас катается. А мы сейчас будем считать. Снова, да? Будем считать, учимся считать. Кстати, у меня был на эту тему ролик даже. Как научить ребенка очень быстро считать. Да, сына? И мама, скажи, так же научилась считать до 100, даже в детстве. Ну, правда, мне к тому времени уже было годика 4-5, наверное, где-то так, да. Но зато я в садике уже умела считать. Никто не умел, а я умела. И всех поправляла, ходила. А на меня потом обижались все. Да? Дима засыпает уже? Засыпает Дима, что-то спит. Цап! Цап! А еще сильнее! Еще сильнее надо! Это еще сильнее! Да? Это будет еще сильнее! С мамой кататься! И это с мамой я закатать! А я не достаю даже за тебя! А то ты засыпать начал уже. Уже спишь, да? Еще сильнее. Еще сильнее. Давай считать будем. Будем считать? Будем считать, давай. Один. Два. Ты не будешь считать на камеру? Ты на камеру считать не будешь? Не будешь считать на камеру? Сына. А? Я в такой маечке, смотрите. Красивой. Маечка заправленная тут. Такая нарядная. Нарядная. Волосы распущенными хожу. Обычно я на даче хожу с хвостиком. Родителям не нравятся мои волосы. А сегодня вот вчера целый день ходила с распущенными. Сегодня. Через камеру прям такое все четко и четко. Мама будет еще. Да, еще будет. Димочка учится считать на качелях. Один. Один. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Молодец. Девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25. Будь здоров. Спасибо. 25. Дальше. 26. 27. 28. 29. Какая следующая? 30. 30. Дима всего лишь четвертый раз учится, да? Не забыл, опять не забыл, да? В прошлый раз мы с тобой учились считать, да, на качелях. И мама твоя когда-то научилась до 100 считать. На качелях, да, сына? Ловись, рыбка большая и маленькая, да, Дима? Ловись, рыбка большая и маленькая. Ловись, рыбка большая и маленькая, да, Дима?
Дима, посмотри на маму. А, Дима. И там баба на заднем плане, на камере, кажется, как будто ты сидишь на этом, на тазу с водой. Ловись, рыбка большая и маленькая. А, Дим? Какие волны. Внутри, видишь, там видны? Тазик голубенький, да, Дима? Голубенький тазик? Ну-ка, дай-ка палочкой твоей. Видишь, какие там блики? Красивые, да? А пузырики, смотри. Пузырики. Пузырики? Пузырики. Варись, кашу, варись. Ну, какие красивые там блики. Да? На. Поводи вот так по кругу. Плавает кораблик. И поплыл, да? Дима. И прилетел. И поплыл. И упал. Рядом тут. Чего ты там? Рядом дырку имела. Так там в тазу-то удобнее пускать, Дим. Ой, за капель, да? Ах, так это дождик-то капает, да? Дима. Помой, помой, кораблик помыть надо. Да? Дима. И что я там есть? Да, и спать будет капель, да? И спать он там будет? Вот спит капель. Я спит капель, да? Спит кораблик. А, так Дима спать уложил кораблик? Проснулся кораблик. Проснулся? И поплыл, да? Куда он плывет? Из Самары куда плывет кораблик, Дим? Куда он из Самары плывет? В Ленинград? В Ленинград. Плывет. Нет, он уже плывет по воде. По воде он плывет. Дим, листочки будем ловить палочкой? Мы давай. Смотри, Дима. Оп. И поймала мама. Смотри, смотри. Дима. Дима, смотри. Оп. Мама ловит. Пуська. О, ловит, ловит, ловит. Смотри. А ты? Поймала мама, смотри. Ой, упал. На, теперь ты. Лови. Я умею. Ой, не хочешь? Мама сидит. Не хочешь ловить? Мама, вылезай. И что при этом там? Дима хулиганит, мама сигналит. Сейчас посмотрим, чем там Дима занимается. На, выпей ему рот. Что, видел? Видел? Слышал, как там сигналит? Слышал. Слышал?